Власть в Самаре должна быть максимально приближена к людям. Об этом в своем послании говорил губернатор Николай Меркушкин. Одна из главных задач сегодня – привлечь к управлению городом самих жителей. Общественная палата Самары выступила с инициативой создать в каждом микрорайоне города общественный совет, члены которого будут детально обсуждать проблемы конкретных дворов, домов жителей, выходить к властям с инициативами. Всего таких общественных советов будет 85. В каждый войдут около 30 человек. Общественный совет микрорайона определяет и знает, и состоит он из тех людей и общественных организаций, которые живут на этой территории. Следовательно, на этой территории возникают какие-то вопросы. Ну, скажем, вопрос, который зависит, решение которого зависит от администрации. Они принимают свои решения, направляют его в администрацию. Или какие-то другие там вопросы, связанные с благоустройством территории, тут вот местные, в своем дворе. В советы микрорайонов может попасть любой самарец, если его кандидатуру поддержат жители, либо общественные организации, либо ТОСы, советы МКД, либо трудовые коллективы. Пункты приема таких заявлений начнут работать в районах уже с четверга. Важнейший шаг – это создание действительно эффективных общественных советов, которые там существуют неформально, существуют из людей активных, которые озвучивают проблематику, их власть должна слышать и принимать соответствующие решения. Проект положения об общественных советах микрорайонов, который сегодня одобрила городская общественная палата, будет опубликован в четверг. Общественные советы станут одной из составляющих новой системы местного самоуправления в Самаре, которая призвана приблизить власть к людям и повысить ее эффективность. Мы должны стать моделью развития местного самоуправления. Вероятно, для большинства субъектов Российской Федерации, где действительно стоит задача повысить уровень народовластия. И в этой связи возникает еще очень важная задача, важнейшая задача, связанная с тем, чтобы в состав районных советов пришли люди, действительно представляющие интерес трудовых коллективов. Общественные советы в микрорайонах должны появиться уже в начале апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.